Сильный ливень днем 2 июня затопил по меньшей мере половину Брянска. Больше прочих досталось советскому району города. Очевидцы в настоящее время делятся в сети последствиями стихии. Новая дорога на Романа Брянского превратилась в полноводную реку. В центре советского района на парковке у Дворца единоборств залило машину. Местами потоки воды напоминали водопад. Горожане искренне благодарят власть за наши ливни. Домов по улице Калинина больше нет, пишет одна из местных жительниц. Уже известно о нескольких случаях падения деревьев. На Брянского фронта дерево накрыло автомобиль. То же самое наблюдается у одного из домов по авиационной. Затопило даже гипермаркет «Линия 1», на выложенных очевидцами кардах там стоит вода высотой не менее 5 сантиметров. Потоки воды со старого аэропорта размыли территорию у новой дороги по улице Советской. Как у нас в городе Брянске, после дождя люди переходят дорогу. Это просто жуть. Слив не работает, который должен быть как раз в районе